Он готов открыться, но доктор Магнусон уверен, что мы успеем это предотвратить. Поисковый маячок, это тоже можно вычеркнуть. Вспомогательное оборудование Клайнер. Подожди минуту. О, Фримен! Я вижу, устройство Магнусона сработали безупречно. Я чувствую необходимость лично поблагодарить тебя за спасение моей ракеты. Так что... спасибо. Довольно болтовни. Пора запускать ракету. Мне на миг показалось, что он тебя обнимет. Полезный груз, то бишь спутник. Галочка, галочка, галочка. Идем в центр управления. Оттуда удобно наблюдать за полетом. Ты сам его проверял? Это что такое? Полет прерван. И снова лифт. Это старая запись. Нет никаких других баз. Если бы... Пока ты там развлекался, я нашла старый вертолет и подлатала его. Все готово к отлету. Нам не дают скучать, да? Погоди. Вес полезного груза превышает норму почти на 5 килограммов. Это в рамках допустимо. Нет смысла из-за этого откладывать старт. Мы тут. Наконец. А, Гордон. Ты дрался как сам черт, сынок. Не будем забывать, что устройства Магнуссона сами уничтожают страйдеров. А мне кажется, Гордон им здорово помог. Предлагаю отложить собрание клуба любителей обоюдных восхвалений на после старта. Полагаю, мы готовы начать автоматический запуск. Предоставим эту честь Гордону. Я нисколько не возражаю. Гордон, твой выход. Створки шахты открыты. Секунд. Начинаем запуск. 7, 6, 5. Пошла, пошла. Летит. А и правда летит. Ух ты. Еще как летит. Да. Невероятно. Выдох. Рано праздновать победу. Надо вывести спутник на заданную высоту и транслировать сигнал. Совершенно верно. Время уходит. Еще немного, и было бы уже поздно. Все ведь получится, правда? Обязано получиться. Как только ракета окажется в непосредственной близости от портала, мы запустим зону. Предлагаю выйти наружу. Люблю наблюдать фейерверк на открытом воздухе. Это будет невероятное зрелище. Жаль, нам с Магнусоном нужно снимать показания полета. Вы не хотите нас проводить? Разумеется, как только освобожусь. Ни за что не отпущу вас, не попрощавшись как следует. Хорошо, ловлю вас на слове. И вас, доктор Магнусон. Да-да. Мы догоним тебя, милая. Гордон, послушай нас, меня. Вот ты где. Чем дольше я о нем думаю, тем больше оно не дает мне покоя. Это Борей, вне сомнений. Не обманывайся. Его нельзя извлекать на свет Божий. Его необходимо уничтожить. Любой ценой. Ну где же вы? Все пропустите. Уже идем. Гордон, спасибо за все. За Алекс, за всех нас. Я горжусь тобой, как гордился бы собственным сыном. Когда ты вернешься, нам о многом надо будет поговорить. Да где вы? Гордон, Алекс, Боже портал мой, только мы начинается. Мы запустили резонатор. Остается ждать. Ух ты. Боже мой. Да. Получилось. Моя получилось, ракета. Гордон. Еще как закрыли. И как раз вовремя. Бьюсь об заклад, комбайны сейчас психуют. Это точно, милая. Время праздновать серьезную победу. Жаль, что вы сразу же улетаете. Если бы не важность этого дела. Ничего, папочка.
Мы найдем Джудит и вернемся. Пес? Эй, куда ты? Что ему в голову стрелы? Не убегай далеко! Вот и наш вертолет. Заправлен и готов ко взлету. Будьте все время на связи. Никто не знает, что вас там ждет. Не волнуйся, папочка. Все будет хорошо. Алекс, мне жаль, что на твою долю выпало столько испытаний. Будь мама жива. Папа. Пойдем, Гордон. Идем, Гордон. Вертолет готов. Ничего не забыли. Вроде ничего. Доктор Кляйнер дал нам координаты барьера. Мы останемся на прежней радиочастоте. Вдруг Джудит решит еще раз с нами связаться. Отличная мысль. Она вполне может повторить попытку. Папа! Гордон! Помоги! Папа! Алекс! Папа! Беги! Слушай, этот корабль должен быть уничтожен! Чего бы это ни стоило? Уничтожен! Нет! Папа, берегись! Нет! Папа! Папочка! Черт возьми, отпусти его! О, Господи! Детка, закрой глаза. Я люблю тебя, папочка. Не смотри. Нет, нет, Боже, нет, нет. Гордон. Пес. Oh my God.